Город Жуков, район Протва, на берегу озера Гублянка, на краю соснового леса продается домик с 10 сотками земли по документам, реально соток 20, участок угловой. Дом, первый этаж из блоков с бетонными плитами перекрытия, старенький заборчик. Второй этаж требует утепления. Дом требует утепления. Поднятый над уровнем земли. По краю участка пруд. Участок находится в обществе под названием «Весна». В обществе много солидных, хороших домов. Итак, первый этаж бетонный, второй этаж деревянный. Из нескольких комнат. Две комнаты отделаны деревом, третья комната требует доделки. Открывается вид на лес, на пруд соседнего участка. Озеро Гублянка. Прямо на берегу этого озера находится весна. Озеро живое, по весне разливается. В озере водятся рыбы, бобры. Это край общества. Общество «Весна». С правой стороны от меня озеро Гублянка, а с левой стороны сосновый лес. Это недалеко от населенного пункта. Вот эта вот горка, на ней катается детвора зимой. Летом здесь очень красиво. Дорога через лес к обществу. Вот пешком минут 10-15 и выходишь в цивилизацию. Красивое место.